Сегодня мы посетим тайский спа-салон Мукда Спа. Как обычный среднестатистический мужчина, я не очень большой любитель всех этих спа-процедур, но попробовать надо было, хотя бы чтобы знать, что это. Ну что ж, посмотрим и оценим. Если мы идем поправлять свое физическое и психологическое здоровье, то гармония нужна во всем. Здесь интерьер очень гармонично сочетается с природной средой, это факт. Центр расположен недалеко от пляжа Патонг и находится в зеленой зоне, на берегу небольшого озера. Встречает вас настоящим тайским синим чаем. Ну, вернее, это даже не чай, а скорее травяной настой, поскольку состоит из листьев и цветов мотылькового горошка. Используют его в Таиланде в качестве природного антидепрессанта и средства для улучшения кровообращения. Перед началом вы можете выбрать один из пакетов услуг. Или выбрать только те элементы, которые вас интересуют. Выбор процедур довольно большой. Это и несколько видов массажей, и масок, ванны на основе трав и так далее. Плюс к этому вы выбираете масла и скрабы для массажа. Кстати, все препараты выращиваются здесь же. Перед началом спа-процедур вы посещаете сауну и джакузи под открытым небом. Свою одежду вы оставляете в специальных ящиках, ключ берете с собой и совершенно не беспокойтесь за сохранность ваших вещей. И первое, с чего мы начинаем, это сауна и джакузи. Для начала вас переодевают в специальную, довольно интересную одежду, чем-то напоминающую шотландскую килту. После разогревающих мероприятий вас проводят на массаж. Здесь у вас на выбор есть несколько массажей. Например, обертывание, скрабирование, тайский массаж или массаж маслом. Мы сегодня выбрали простой тайский массаж. Посмотрим, что из этого выйдет. На самом деле очень крепкие руки у этой женщины. Казалось бы, обычно, чтобы сделать серьезный массаж, нужен мужчина. Здесь наоборот, здесь как-то у женщин все очень хорошо и сильно получается. Следующим пунктом идет массаж лица. Массаж лица вообще одна из самых любимых моих процедур. Ну что ж, наши процедуры подошли к концу. Массаж лица был необыкновенный. Я себя, правда, теперь чувствую на 20 лет моложе, но это мелочи. А сейчас мы переодеваемся в нашу одежду и идем пить чай. После завершения всех процедур вы можете отдохнуть и насладиться тайским чаем с печеньем. Если вам понравились кремы или скрабы, вы можете все это приобрести здесь и взять с собой домой. Но единственное, что помните, все это сделано на натуральных продуктах, поэтому срок хранения, конечно же, небольшой. Закупаться впрок на 10 лет совершенно бесполезно. Ну что ж, вот и закончились наши массажные и спа-процедуры. Мне очень понравилось, я явно помолодел. Я думаю, что раз в год, когда вы приезжаете сюда в отпуск, ну обязательно надо посещать такие заведения. Увидимся с вами на следующей экскурсии.